Всем привет, ребят. Ну что, четвертый аккаунт. Первых три я вам уже показал. XZ, мой сагильдиец, находится в гильдии Украин. Реклама не требуется. Стака, кидайте заявочки, вступайте. Английский. Android. Так, у нас аккаунт этот бездонатный по сравнению с первыми тремя аккаунтами. Мы будем сегодня ролить на коллекционера под гильдийский батл роллинг. Решил я разделить эти все видосы. Вот такой вот Коля здесь. Лазуликса, к сожалению, мы не выбили еще. Тут на этом аккаунте надо очень много героев. Имбовых, не имбовых. Но, в общем, надо их дофигища. Все как обычно. Самая имба 2 очка, обычная там, обычный игрой 1, и магазинку мы не считываем. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали посмотрим, что у нас тут вообще есть. Ну, ремочка для бездоната, ну, видикие талантики. Только у текаху качает. Эковка, конечно, без таланта это печально. Ну, относительно неплохо. Вот такое вот, ребят. Ну, что вам сказать? Без донат. Хрон с пятой ремкой есть. Неплохо. Я вам скажу, очень даже неплохо. Единственное, конечно, ему очень, наверное, бугимана не хватает. Ну, Махатма, Асура, это понятно. Лазурикса бы сюда выбить. Так. Хорошо, поехали. Смотрим, что там у нас получается. 49 тысяч, чуть-чуть меньше, чем у других. Ну, думаю, тут сейчас упадет точно так же, чуть-чуть меньше, чем у других. Так, Купидончик 1, Рибит 2. Рэнки 3. 4 Гарпия, ничего себе. Кенди 5. Сноузила 6. Да что-то такое творится на бездонате. Хватит падать. 7 Дрейк. 8 Укротитель. Ну, да, это оно. Это оно, ребята. 9-10, и Лазуликс у нас хотя бы есть. Поздравляю, блин. Отлично. Видите, там немножко доната было. Тут нету доната, но зато есть Лазуликс. С чем поздравляю. Офигенный герой. Ледяной Феникс. Видосов кучу вам уже показал. Круто. Ух, аж легче стало. Не запорол гильдийский роллинг. Так, ну что у нас? Десяточка. 11. 12. 13. Посмотрите, что делается на бездонате. За 20к Лазурикс это, конечно, круто. Тринадцать-четырнадцать. Ну, это, походу, очень жестко, ребят. Это, наверное, самый жесткий ролик. Даже у меня так. Ну, у меня по 150 падало, но у меня было слито на Лазурикса. Я не знаю, сколько. Но здесь, конечно, это жопа. Ну что, поздравляю. 14 уже у тебя. Пятнадцать. 16. Все, хватит, хватит падать. Эти могут падать. Ну, что могу сказать? Это тоже за 2 посчитаем. Ух.
17-18, если я не ошибаюсь. Недостающий. Блин, ну чё, это, по-моему, самый везучий аккаунт. Сейчас посмотрим дальше, или он настолько везучий. Так, поехали в рейд, сбегаем. Круто, круто, конечно. Нифига себе, даже три желейки. По-моему, ребят, все, этот аккаунт просто сейчас, хоть он и без доната, там нет у него 50 тысяч, но он просто сейчас улетит. Просто нафиг улетит с гильдийского коллекционера. Посмотрите, что делается, офигеть. Да, это жестко. Так, хорошо, хоть ниндзя упал. Заклинательница еще падает. Я потом буду пересчитывать, но это просто жесть. Ну все, магазинки хоть сыпят. Еще одна заклинательница. Тыква. Просто нет слов. Ну, рогатка хоть есть. Хорошо, хоть это недостающий. Не недостающий. Так. Просто офигеть. Не знаю. Захочется пересмотреть все равно этот троллинг. Бездонатный аккаунт просто вздрючил. Ну, хоть в отличие от него немножко донатные аккаунты, но так нападало. Всем бы так падало. Ну, реально, блин. Просто аут. Что я могу сказать? Поздравляю, я не знаю, ты там победил, не победил, но в любом случае у тебя теперь... аж целых два. Да, жалко, конечно, что они не упали кому-то еще, но, блин, два лазурикса. Офигеть. Да, чтобы сейчас еще пятая ремка была, это был бы просто эпик какой-то. Так, окей, поехали собирать. Блин, ну круто, 100, сразу же 100 эссенций плюс кристаллики. Хранителя, конечно, еще не выбили. Выбили бы хранителя, было бы вообще просто топ роллинг. Ну вот как-то так. Как-то так, поехали, пооткрываем плюшечки. Вала-вала, малышник. Тыка, финка. Ну, еще здесь третья карта. А с третьей карты нам падает... да. Просто офигеть. Ну, я думаю, вам этот ролик понравился больше всех. Я не знаю, сколько здесь нападало. Но нападало здесь просто, блин, как-то очень жестко. Других слов у меня нет, это просто жесть. Просто вау. Кеть. Коробки у него, скорее всего, нету.
Ну, на прокачку ресурсы, в принципе, есть. И Варуном. А у него проблемки с этими. Ну, я думаю, это уже не беда. Очень круто. Ну что, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно. Лайки, репостики. Не знаю, посчитаю очки и уже определю, кто победитель, честно говоря. Вы тоже, в принципе, до последнего знать не будете, как и я сейчас на данный момент. Сколько у кого получилось. Запишу уже отдельный видос с победителем. Ну что, красавчики, и надеюсь... Все остались довольны, повыбивали недостающих, накопили самоцветы. То есть копить можно, как видите, и можно нормально получать плюшки. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите видосика уже окончательного. Всем удачи, всем пока.